как-то рецепт хорошей сказки очень прост. Ты берешь колбочку счастья, щепотку приключений. И да, не забывай про главных героев и про любовь. Ну как же так, Артур? Да, что? Уже пятый раз подряд. Я так больше не могу. Ты ни на что не годишься. Но... Все, мне это надоело. Ужасное средневековье. Ни канализации, ни электричества. Wi-Fi и тот платный. Но... Все, я улетел на Гавайские острова. Учитель! Все! Ну как же так? Неужели я и в самом деле ни на что не способен? А вот и неправда. Я докажу Мерлину, что я чего-то достою. Я сам сотворю свою сказку. Так, ну, начнем с главных героев. Допустим, Дисней. Что-то мало героев. Я как бы эпичный боевик. Отлично, вот то, что нужно. А теперь еще немного добра. Какая же сказка без приключений? Упс. Кромешник, отпусти его! Он вообще из нашей сказки! А это мы еще посмотрим. Продолжаем. Повышу-ка я градус. Как всегда, Малефика. Добрый день. Мисс! Быстро не тонизируй, еще вообще на бабушку! Откуда в меню осьминог? Офицер! Ты бы знал, как тяжело воспитывать дочь. Ее волосы просто отсюда. Официально! А сейчас секстет разочарованных исполнит для вас злодейское танго. Я хотела быть самой красивой, но тут появилась она, Белоснежка. Я сказала охотнику забыть ее в лесу. Случайно. Все мы что-то потеряли. Я будили руку и думать к детям. Яблочко. Хотела королевство и принца. Но одна маленькая рыбешка мне все испортила. А у меня была семья. Прекрасная семья. Но моя сила навредила всем. Но ты же хотела этого. Не хотела. Невиновна. Мрачновато. В час пик горы трупов, как всегда. А вам не кажется, что мы достойны большего? Come on.
вы называете себя злодеями? Почему вы все распились, как принцесса в темнице? А ты кто вообще такой? Я тот, кто наведет здесь порядок. И тогда кромешник предложил злодеям похитить всех принцев и Сейчас я с ним договорюсь. Я знаю, кто это зверушка. Милый лисенок. Хочешь, я спою тебе песенку? Ты чё, мать? Смотрите, смотрите, говорящая лиса. Значит так, что вы говорите случилось? Тут, походу, злодеи у ваших принцев. Того. Похитили! Как же они без принцев теперь справятся? Надо им помочь. Добавим храбрости. Без паники я знаю, что делать. Да, мы
Ура! Принцам удалось сбежать. Осталось только победить. Хорошей сказки — это вера в чудо и чувство меры.